Сегодня в информационном пространстве идет наплыв различной информации о том, что происходит на границе. В последние дни брестчан особенно волновал шум взрывов, доносившихся со стороны южного направления. За комментарием о происходящих там событиях мы обратились к военному комиссару Брестской области Олегу Коновалову. Дорогие брестчане, сегодня поступает очень много звонков, различного рода обращений по поводу событий, которые происходят на территории Брестской области. Тех взрывов, выстрелов, которые слышны в различных районах. Я хочу успокоить всех жителей Брещины и проинформировать о том, что сегодня у нас происходит. На сегодняшний день на Брестском полигоне находятся практически все воинские части Брестского гарнизона. Если брать конкретно, то, к примеру, 115-й полк одним дивизионом проводит полевой выход. Значит, ну, так как полигон Брестский не позволяет проводить боевые стрельбы, поэтому воинская часть отрабатывает вопросы перемещения, совершения маршей, смены позиций. Вот. 111-я артиллерийская бригада также находится двумя дивизионами на полигоне Брестский. Вот. И отрабатывает вопросы и тактической подготовки, и специальной подготовки. Вот. И в ходе отработки этих элементов, естественно, проводятся боевые стрельбы. Одновременно часть подразделения 38-й бригады также выполняет боевые стрельбы в рамках ротного тактического учения. Мало того, на этой неделе происходит ротация сил, которые были выделены для усиления охраны государственной границы. Вот, и все подразделения 38-й бригады на следующей неделе вернутся в пункт постоянной дислокации и также приступят к проведению занятий боевого слаживания, в ходе которых также будут проводиться стрельбы, в том числе и ночные.